привет, с вами Брэдлов из сообщества клана Фрагу. И перед нами бой на карте Эль-Халуф Гамбит четвертьфинал между кланами ПЗП и кланом Ивоки. Первое, что не может не броситься в глаза, это то, что ПЗП не взяли ни одной арты. Они взяли 5 советских тяжелых танков и 10 СТ-шек. И второе, что видно практически сразу, это то, что сверху не остается ни одна машина. Все машины отправляются вниз. Аккуратно огибая центральный большой холм, все силы, кроме одного батчата, который едет светить квадрат А3, аккуратно поджимаются под базу ивоков. В свою очередь ивоки вниз спустили всего 4 СТ-шки, и они используют стандартную тактику взять кучу машин и оставить их сверху, как в недавнем бою с сотками. Счет становится 2-0. Проблема в том, что отстреливать танки, которые снизу у ПЗП, не может никто, кроме танков, которые снизу у эвоков. А имея превосходство стволов 10, 3 СТ-шки умирают, не сделав ничего. Счет становится 3-0. Квадрат А3 тоже уже за ПЗП. Единственное сейчас, хоть какая-то возможность, это то, что батчат пройдет, встанет на базу и тем самым победят. Если сейчас взглянуть на карту, то можно сразу увидеть, что 2 из 7, которые находятся на А4, фактически выбыли из боя. 5 мертвых танков, а оставшиеся машины это 3 артиллерии и 5 машин. 3 СТ-шки, 2 ПТ-шки. Против 13, если убрать вот эти две машины, танков клана ПЗП. Превосходство примерно 8 стволов. Артиллерии просто не хватает времени, чтобы свестись и нормально наносить дамаг. Слишком быстро и непреклонно ПЗП подвигаются наверх. Счет 5-1. Умирает слишком резвый батчат. Но ПТ-шки сейчас начнут уже умирать, потому что их окружили, и они ничего не смогут с этим поделать. Умирает первая ПТ-шка, светится уже вся артиллерия противника, и все, что остается ей, это спрятаться и надеяться сделать последний выстрел в ПТ-режиме. Счет 7-3, 2 седьмых СА, которые находятся на квадрате А3, по-прежнему не могут ничего сделать. И все, что остается ПЗП, это очень быстро и красиво добрать последние силы у эвоков. Счет. Хотел сказать 9-4, а уже он 11-4. Две артиллерии сверху и два тяжика снизу. 12-4. Умирает батчат. Счет становится 13-4. И СТ-7 даже при всем их желании не успеют подняться в гору и сбить захват. Будет ли добитие или будет взятие базы, за 11 минут можно сделать и то по нескольку раз. Сразу хочется отметить, что взяв 3 артиллерии и оставив большое количество машин сверху на квадрате А3, они полностью отдали низ. Снизу было где-то 3-4 СТ-шки. А отдав низ, они потеряли фактически еще и артиллерию. За счет этого ПЗП спокойно и выиграли. 13-4, победа клана ПЗП.